Дачная амнистия в России продлена до 1 марта 2026 года. Условия акции позволяют оформить в собственность садовый или жилой дом с минимальным количеством документов. Для регистрации строения достаточно свидетельства о праве собственности на землю и технического плана. Обращайтесь за консультацией к профильным специалистам муниципальных образований или сотрудникам регионального бюро технической инвентаризации.